Друзья мои, всем привет! Сегодня 16 января, в Ташкенте 16 градусов тепла. Погода потрясающая. Я вышла погулять, показать вам достопримечательности. Вижу все ваши комментарии, вижу, что вы хотите, чтобы я снимала для вас. Пишите больше, я больше буду понимать, что вам интересно. И обязательно буду снимать для этого обзорчики. Знаю, что у меня сейчас больше 1000 подписчиков. Очень приятно, что вы подписываетесь, что вам интересны мои обзоры. И отдельное спасибо Денису и Тане за то, что порекомендовали меня, за то, что доверили своих подписчиков. Буду радовать своими блогами. Мы поехали. Итак, перед нами дворец форумов. Высота белоснежного здания составляет 48 метров. Венчает дворец купол диаметром 53 метра, на котором установлена скульптура аистов, символизирующих мир и счастье. Фасад дворца украшает колоннада и фрески с восточным орнаментом и изображением солнца, повторяющим рисунок небесного светила медресе Шердор в Самарканде. К дворцу ведет длинная лестница из черного мрамора, а вокруг здания разбита зеленая зона с цветниками, деревьями и пешеходными дорожками. А сейчас мы проходим на сквер Амира Тимура. В центре сквера находится памятник знаменитому полководцу и государственному деятелю 14 века Амиру Тимуру, создавшему на огромной территории от Средиземного моря до Индии единое централизованное государство, куда входило 27 государств. Памятник представлен в виде бронзовой фигуры Амира Тимура, сидящего в царских регалиях на горцующем коне. На постаменте памятника на четырех языках написан знаменитый девиз Амира Тимура «Сила в справедливости». А сейчас мы направляемся на прогулочную улицу, которая называется Бродвей. И стоят? Какие? Вот такие вот. Эти 45. 45? Выбирай. Очень красивый. Ташкентский Бродвей является, пожалуй, самым любимым местом отдыха среди городского населения. В любое время года здесь всегда много людей. Это гуляющая молодежь, студенты, отдыхающие семьи с детьми и, конечно же, туристы. Без посещения столичного Бродвея наверняка не обходится ни одна экскурсия по Ташкенту. Это мое любимое место для прогулок, особенно летом, когда здесь много зелени, когда здесь фонтаны, когда здесь тюльпаны. Тюльпаны здесь бывают весной. Здесь очень много различных разновидностей. Вот. И я надеюсь, что я вам это покажу. Обязательно. Ну, как бы так. Поделилась с вами кусочком того, что я люблю. Надеюсь, было интересно. Мы сделали вот такой кружок. Прошли сквер и возвращаемся к машине. Сейчас слышите звук курантов. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Будем дальше путешествовать. Пока-пока!